тебе сейчас мою покажу материнку. Под этот именно проц я брал. И тебе обошлось? $3000. Но это весь компьютер, мышка, клава, наушники, монитор, кейс. $200 стоит, бля, только один кейс. Кстати, а для тебя... Какой монитор? 144. Бери 144 Гц. $200 Гц? Да. Во-первых, я тебе так скажу, твоя 2070, она, да, базара нет, она крутая, но 200 она уже не потянет. Я тебе вот так скажу. Defend the command post from enemy units. 144, если ты возьмешь как я тебе, вот возьми как у меня компьютер, i9, вот этот, который я тебе выслал, RTX 2070, а не от MSI. Ну, любую компанию можно будет вложить. И 144 Гц монитор, ты можешь себе позволить 27 инчей взять. И бери, если захочешь, 27 инчей, не прямой экран. Понял, а у меня выкнутый, и он не кажется, что он большой, понял? Ты когда играешь, ты прям вот реально тут как бы в игре. Ты все четко понимаешь. Типа, Денис, ты, наверное, ждешь дай брать на монитор этот проект. А вот типа там ширина, полнота. Ну смотри, я сейчас найду свой монитор. И посмотришь его. Первый у тебя. Где ты живешь там? Чикаго. Чикаго. Вот так набери микроцентр. Так вот набери у себя в этом гугле. И он покажет, где этот магазин у тебя находится. Он должен быть. Это популярный магазин. Они даже во всех штатах быть. Сейчас я тебе свой монитор вышлю. Кстати, у этого, у Дайси, это тоже такой же монитор, как у меня. Да, у него такой же монитор, два таких монитора, как у него. Так, а вот он стоил $309, сейчас он на сейле стал, он теперь стоит 250 баксов, короче. Да, 27 Full HD от... Да. Тут у меня еще стоит ТН матрица, а этот, блядь, как его... ТН, потом идет IPS, IPS матрица стоит. А IPS матрица лучше, чем ТН, и картинка чёрт. И плюс еще 1 миллисекунда проклика, это, ну, это имба, бля. Бозык! Я тебе сейчас ссылочку монитора своего. Я, короче, могу тебе все скинуть, что у меня есть. Ладно, вообще. Давай, поехали. Лови. Пошла. Бам, монитор. Да. Где такой монитор? Да. Ну, 250 вот сейчас стоит. Он еще на скидках был, я же покупал до праздника, не понял. Я еще его в тот момент за такой же сумму. Я какая матрица стоит? А, у меня ей стоит еще. Ей матрица. Это, короче, сначала, смотри. IP идет. IPS. Это самое... Потом идет VA, а после VA идет TN, а TN это самое хуёвое качество. И в чем прикол, смотри, там есть, а где это? Пролистнешь, у тебя на коробке даже. Смотри. Да, я тоже слышу. 144 Гц, рейд, 1 миллисекунда. 20 на 1080. Понял? Такая же хуйня у меня.
Вот именно, и он 27 инчей. Это... Вот, вот в чем прикол. И то, что он согнутый, он не кажется, что он гигантский. Понял сам вот этот прикол? Ты вот сидишь реально, и ты не чувствуешь, что он 27, блядь. Если... Мне пишут, что типа Blue Light Shield, Flicker Last. Вот такая вот. У меня же такое, ты меня спрашиваешь, я же тебе же объясняю это все время. У меня согнутый монитор. Я же тебе высылаю. Ты что, не дай, смотришь? Дай. Тысяча косаря. Типа за полки. Ох, монитор, клан, наушники, зап, все прям я отдал. Я сам все подбирал под себя. Покупал готовую или еще что-то. Я сам брал и все это сам потом собирал. Вот у меня вот этот. Ой, монитор. Сейчас тебе свой материал. Ёб, 600 баксов, блядь. 70. А чё? Смотри, чё, нормально? О, уже это хорошо, одна миллисекунда. Технология 75 герц. Нет, 144. Значит, там только что закрылся. У меня 144 герца. 1920, понятно, у тебя 24. Технология, вообще технология изогнутого дисплея. Вот. Это хуйня, нет. О, вот это пизда. Тут и понял, кого? Да, он у тебя вниз не катится, да? Только, типа, вперед и назад. А? У меня вверх заходит и по боку поворачивается. Поверь, то, что я тебе высылаю, то, что соберешь, как я. Давай, пока. User disconnected from your channel. Тебе на 3-4 года вперед еще послушать. А у него ТН матрица. Это хуевая матрица. Это дорого стоит у него, монитор. Да, монитор топовый. Я не пожалел, что качество ты видишь, какой ты Warface будешь играть вообще по-другому. Вот ты я так себя почувствовал. У меня монитор был, чтобы ты понимал, за 500 баксов нахуй, 180 герц нахуй, 1 миллисекунда. Но там была ТН матрица. И Warface не такой яркий был. У меня даже глаза уставали, понял? Я очень быстро уставал. И вот я взял вот этот. Я не пожалею. Да, меньше герцовки, конечно, 144, но 2070, ну как бы не потянет лучше, понимаешь? 2070 это ее норма. Ладно, мужики, давай, спокойно. User disconnected from your channel. Я просто забыл, как сейчас называется, чтобы я, ну, не ошибся, а точно тебе сейчас. Я нашел, как она называется. Не, даже не стоит. Потому что...
смысле, если ты будешь в другие игры играть, не только же про Warface, правильно? Я его брал тоже, не только для Warface. Я тоже буду играть. А, эта хуйня, она потянет. Я тоже не серьезно. Там качество охуенное. Нашелся. А, у нее еще встроенный Wi-Fi тебе адаптер дают вниз. Может сразу по Wi-Fi сядет. Там, блядь, там нет. Не-не-не, смотря какой адаптер. Я смотрю, что там USB входов, чтоб ты понимал. Там на картинке вот так приблизь. Там идет сначала потом идет USB 3.0, ты можешь именно телефон быстро подвигать. Потом еще USB 3. Короче, там USB-шников, чтоб ты понимал, на материнке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Wi-Fi адаптер, чтобы BIOS потом скидывать. И вот вся такая хуйня. Как тебе материнка? Гигабайт? Да. Ты думаешь, я буду хуйню брать? На 3-4 года. Ты посмотри, да. Посмотри, приблизь, у нее подсветка, во-первых, у нее саундкарта, типа чипованная самая такая, как у Гигабайта, понял? Крутая стоит для звука. У нее датчик показывает, понял? А когда какой-то сбой. И смотри, ты посмотри, когда видюху суешь, там железным покрытием стоит. Это чтобы видюха у тебя не сгибалась, это материнка не ломалась. The enemy is capturing our strategic position. Блять, можно я тебе покажу? Ты же в Америке, правильно живешь? Да. Давай, пиши мой номер. Давай. Подожди, дай на зарядку просто. А когда ты позвонишь, сейчас телефон врублю, я его поставил. Ты чё? Заряжает быстро телефон, только засунул, сразу 3% зарядило. Dual Series Arctis Pro. Да. Именно 19-го года. Да, 170 долларов. Там еще микш маленький. Типа, знаешь, типа делаешь громче в игре звук или типа как его, или в ТС, чтобы я тебя лучше слышал, или в игру лучше слышал.
Сейчас тебе сфоткаю. Клава у меня от Asus Клава. Касаешься, она сразу реагирует. Вот в играх это в шутерах очень, как бы, профессионалы, вот черри. Razer давно, я Razer вот очень много пользовался и перестал Razer пользоваться. Поверь. Полное говнище. А, ман. Лови, а. Сейчас, тебе понравится. Тебе нравится? Да, реально. Сам собирал. Даже водяное охлаждение за 100 баксов я купил. Corsairs. За 100 баксов. Два вентилятора. Видишь справа, так посмотри. И вот это видишь, специальный знак, это настоящее каленое стекло. Ага. А, сейчас. Сейчас, давай, сейчас. Получим. We are capturing a position. Паблику в гейм. Сейчас пробу зайду. We are capturing a position. Так, сейчас мышку тебе свою название. Так. Поверь. А, ты нашел тут магазин, который я тебе дарил? We are capturing a position. Сколько от тебя? We are capturing a position. Нормально, от меня так же. У него дома находится 25-30. Поверь, не пожалей, туда заедешь, правильно. Так, здесь все, братан. Там целое. Там именно магазин, там даже отделение, там все мультуры. Видюхи, наушники, все есть. В Best Buy это такой булщит, ты когда тут...
ты когда туда заедешь, у тебя там столько выбора, ты просто, у тебя глаза разбегутся, водяное охлаждение, там можно собрать водяное охлаждение, если ты хочешь, тебе прям там компьютер соберут, там такие профессионалы работают. Там все по компьютерам, там заходишь сразу, ты увидишь ноутбуки все игровые, мониторы все.